О! Снимаешь. Вискарь. Отлично. Клубнично. Землянично. Днем рождения тебя, Юрик, прошедший. Вчера было. Спасибо. На тебе подарки. Хорошо, будем отмечать сегодня. За барабаны? Да. А ты палочки взял или кисточки хотя бы? Кисточки? А зачем? Ты будешь там это на заднем фоне тихонечко. Забавно. Так, снимай аккуратно. Фитиль. Машка розового цвета лучше фотографии, чтобы не так. Смотри, тебе нужно сесть так, как бы, чтобы дедик еще работал. Удобно? Да? Мне очень приятно. Сюда на кресло. И Женя. Да, есть кресло, только Дэдик аккуратно. Ты же говорить будешь. Ребят, стойте. Я еще не буду говорить. Ну, какая разница? Должен. Вот сюда садись, дети, стой. Сюда? Не, вот видишь, что? Вот сюда? А стоп. Так? Сюда, я спекаюсь, ты говоришь. Может, нет, давай вот сюда. Попробуй. Тебе вот так диалог будет проще вести. Да, хорошо. Я буду пробовать продолжать твою мысль за всех сил. Давайте посажать. Если я буду становиться в тупик, то ты как-то пробуй продолжать мою мысль. Сразу я сразу. Ага. Ну что, чудо. Дай протрезвей. Дай бог. А там сейчас я сделаю. Что-то по картинке нормально? Я на даче построил, короче, из кирпичей. Это. Слушай, а знаете, в Москве эти здания пагода. Ну, глобально такие. Кремль. Ровно за туалетом. Папа мой туалет построил, а я там, значит, битые кирпичи. Мы сломали три печки. А эти тянутся? Задача у меня была перетащить и построить. Высотка московская. Да, о, высотка. Так называемая московская высотка. Кто? Андрей. Цоколь и Гоголь. Цоколь и Гоголь, да. Вот. Здесь а потом подведемся к клипу. Вот. По-моему, самое время посмотреть клип на песню как раз снова. Юрий, как ваше именно самочувствие? Ну, уже дало. Да, сейчас вернемся. Уже лучше? Вискарь дал шарам. Вишка. Ну, ништяк. Ну, в общем-то, лучше стало, конечно. Так. Ну ты крутой чувак. Который... Октокрёв. Явно представитель Октокрёв и Кей-Сити. Октоклам. Самая любимая тема. Такая, там, уличные попойки. Я не знаю. Мы уличные ребята. Для нас хип-хоп, да, это судьба. Везде. На юге, в Москве.
Питере. Я в Москве вышел вчера. В Рязани. Сука, как будто на юге. Да? Там тепло. Я был, там тепло. Я был рассеянный. В среду был в Москве. В среду было как сейчас. Даже холоднее. Как сейчас помню. Весь. Там было, как сейчас помню. Единственное, что я люблю, это американская музыка, Кирилл. Вот хочу тебе сказать на камеру. American music, так сказать. Ну, кстати, европейская музыка переплюнула, кстати, тоже. Ну, а что, назови имя. Ну, это они остальным современным. Современные тяжелые музыки, они сделали прорыв, Мишуга, как «Пантеру» в своё время, правильно? Не, ну «Мишуга» на самом деле, по большому счету, продолжили «Пантеру». А, там «Мишуга» это европейская музыка? Да, шведская. Не, «Мишуга» красавчик. Нифига, как-то вся эта... «Медуза» там, хуйня, старинная. Какие «Медузы»? Ну и Индия, кто индус. Индус. Юрик, да? Давай расскажи дорогим телезрителям. Про Жени Кэша все. Да, про Жени Кэша. Про Жени Кэша можно в интернете узнать. Все. То есть вот так вот, да? Конечно. Кривляк начинает. Мы-то думали, живую историю услышать, так сказать, про легендарную. Ну, нужно кино посмотреть. Кино посмотреть. Да, я посмотрел, мне понравилось. Кино, в принципе, старое. Действительно было. Кок? Да, кок был, шузы были, пиджак. Крысы были? Крысы, да, такие. Причем купил ее. Где таких больше не видел. Я так посмотрю на тебя. У меня фотки есть, могу тебе прислать ВКонтакте. Ты мне пришли, я их выложил на сайте. Да? Ну хорошо. Мне надо отсканировать. Ништяк не думаю. С крысами-то да, это вообще забавно. Короче, когда-то ты был битником. Когда-то ты был битником. Когда-то ты был когда-то битником.